Друзья, всех приветствую. Подготовил я кормушечки. Ну, пока еще не готовые. Вот такие вот пластмасски идут. Сейчас мы полностью процесс вам покажу. Один подписчик просил каждое видео. Такие вот будем делать. Пластик, видите, отдельно заказывайте. Вот они, формы. Такие вот формы идут. Это под вот эти кормушки. И вот другая форма. Вот другие кормушки. Сейчас запускаем станок, начинает он греться и начинаем потихоньку лить. Пока приспособил кусок арматуры, увидите для чего, и вот такую вот шпильку получается. Сейчас мы все ожидаем. Заказался еще фурнитура, пришла пиджиги, заказывал верхлюги с верхлюгами большими, чтобы лить. Мы положили. Насчет станка, ребят, давно я его покупал, не знаю, год 3-4 ему, наверное. Можете на Авито пройти, посмотреть, по-моему, на Авито есть, по-моему, даже этот же производитель. Ну ничего, работает нормально, никаких проблем у меня с ним не было. Кормушки довольно быстро разлетаются, довольно тоже такой прибыльный бизнес, так сказать, да, если его можно назвать, на нем можно, в принципе, заработать. Ценники в магазинах на них очень дорогие. Мне она обходится копейки. Тем более я сам ловлю. Иногда, видите, забиваете, вот тут ломается. Вот будем сами ловить. Вот видите, некоторые держатся, некоторые нет. Вот это можно выкинуть. Это переплавку и все. Тут, например, вот видите, держится более-менее. Ну, себе оставляю, я на них буду ловить. Вот это уже все выкинуть. Ждем, разогревается и начинаем работать. Так, ну что, господа, начинаем работу. Кину перчаточку. Все, но вот эта перчатка не очень выдерживает, как они нагреваются. Так, будем проливать вот это. Не знаю, как первая заливка будет, гладкая, не гладкая, но вообще первые разы проливаешь просто так, чтобы она разогрелась, форма. Часто люди спрашивают, типа, сколько можно на этом заработать. Я, ребят, никогда толком не считаю. Что продал, то мое, так говорится. Ну, например, среднюю зарплату, там, да, 20 тысяч, можно заработать свободно. Людей знаю, в некоторых объемы зарабатывают серьезно с этого. Но мы это пока так, потихонечку, для себя. А у кого свой магазин, допустим, да, это вообще шикарная тема. То есть льете для себя, не надо вам ни у кого перекупать. И продаете уже напрямую. То есть не через три руки там, а напрямую продаете, и выгода вся ваша. Давайте откроем, посмотрим, что получилось. Оба. Ну вот первая проливка, видите, так себе. Оба горячее все. Сейчас мы вытащим. Ну вот это более-менее получилось. Да, работа сейчас, конечно, жарковато. На улице 40 градусов. И станок греется. Так, давайте эту зальем сразу. Потом вторую откроем, пока она прогрелась. Тяжелая тут, почти полкило сразу получается, ну и плюс форма. Так, все, пролилось, открываем следующее. Сейчас вот делаю заказ на кормушечки. Грубо говоря, в магазине они выходят, да, 70 рублей, ну у нас по магазинам. Сейчас очищу. А я продаю где-то 56, вы можете в группу ВКонтакте зайти, посмотреть, все у меня изделия есть. Это прижал плохо. Оба, полтинничек, пожалуйста.
по-моему, неплохо получилось. Вытаскивается так себе, конечно. Оба. 70. Красота. Сейчас прольется, еще будет лучше. Сорок, пожалуйста. Видите формы, да, у меня вот это черное. Это я коптил их. Вторую перчатку одену. Это я их коптил. Микротрещины всякие они закрывают. Свечкой берешь, коптишь. Микротрещины всякие закрываются. И получается более гладкое, более красивое. Это как бы не влияет ни на что, да, там. Красивое, некрасивое, но... Люди все равно любят глазами. Чуть-чуть я пролил два раза. Отвлекли меня. Давайте дальше. Опа. Вот эта форма отлично отливается. Тяжелая, правда. Опа. Готово. 30 грамм я не отливаю. Они, в принципе, у нас не ходят, и по заказам вообще никто ничего еще не заказывал. То есть, но... Опять же, начинаете заниматься, когда вы смотрите, какие более ходовые веса, те берите. Грубо говоря, с упором на свой регион. Сейчас еще пару раз прольем. И начну клепать. Готово. Это убираем и тоже убираем. Открываем, смотрим. 40. Следующий 60 готов. Ну вот, отлил последнее. Горячим он будет. Видите, уже проливается намного лучше. 110. 90, по-моему. А, да, горячее. Теперь берем, откусываем лишнее. Так вот. Потом опять все у нас перетоп. Вот это, видите, плохо прижал. Тоже откусываем. Чтобы красивко было. Грубо говоря, да, вот заказ там, помню, около 20, да? Оба. Можно сказать, за если
в быстром темпе, не вот так видео снимаю там. Опа. Минут за 40, да? Еще рублей заработать. Сильно не напрягаясь. Так, теперь перец мы ложим. Блин, свинца вот такой вот. Свинец по своей натуре мягенький. Берем такую кормушечку. 90 грамм. И продолжаем. Сейчас все увидите. Так, всовываем. Что было под рукой? Как всегда, на время, да? Ну и в итоге навсегда. Ударили. Ровно поставили. Тут главное не переборщить, потому что юбка вот эта может лопнуть. Я поначалу только, когда начал делать, думал, надо посильнее, чтобы у человека не отлетела она. Оба. Она, в принципе, и так никуда не денется. Все. Смотрите. Вот она, готовая кормушечка. 90 грамм. Еще раз. Ну вот они, готовы, заказик, можно отправлять. Кто заказывал, кто смотрит, вот они ваши кормушки, они знамениты стали, немного. Так, еще хотел такой комментарий ответить, прям он меня зацепил, человек мне пишет, зачем ты это людям показываешь, на этом нельзя заработать, и это вредно. Ну насчет вредно я не спорю, да, это вредно, но любая работа, она вредна. По-любому, где-то ты напрягаешься, где-то ты что-то делаешь. Это в любом случае, без этого никуда. Как говорится, без труда не вытащишь рыбку из пруда. Насчет второго, то, что на этом не заработаешь. Ну, если вот с таким же отношением какой-то у человека, который писал, то, что на этом не заработаешь, там, туда-сюда, то да, не заработаешь по-любому. А если ты подойдешь с идеей, то есть, если тебе это нравится делать, ты будешь, интересно тебе это, то по-любому ты заработаешь, найдешь варианты, куда это продать. Всегда их можно есть, вытащить всегда, как говорится. Может быть, там небольшие уж какие-то деньги, ну, мне хватает до деревни, грубо говоря, мне этого за глаза. В принципе, вот такие вот дела. Пишите комментарии, в ВК в группу заходите, можно посмотреть, там товар, там силикон еще есть. Можно написать мне, спросить, что-то в личку, всегда отвечаю, кто мне писал, поставьте плюсик там и смотрите.
что я отвечаю, в принципе, это. Ничего в этом такого нету. И в комментариях также. Ну все, ребят, спасибо за просмотр. Всем пока.